Парады состоятся. 76-ю годовщину Великого праздника Победы в Великой Отечественной войне регион планирует отметить с размахом. Майские мероприятия уже обсуждают на заседаниях комитетов Победы. Тем более, что в этом году Ульяновск будет отмечать праздник уже в новом статусе. Напомню, 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам, в числе которых и наша областная столица. Предприятиям, которые в годы войны обеспечивали военные бытовое подкрепление советской армии, уделят особое внимание. Разработан план по благоустройству и озеленению территории предприятий, обеспечивающих бесперебойное производство военной и гражданской продукции во время Великой Отечественной войны, а именно территории Ульяновский моторный завод, Ульяновский автомобильный завод, Утес, Ульяновский патронный завод, а также территории ДК 1 мая и реконструкции самого ДК 1 мая. В этом году также регион присоединится к международной акции «Сад памяти». При поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов по всей России высадят около 27 миллионов деревьев. Ульяновскую область украсят яблони, груши, каштан, туи и рябина. В нашем регионе высадка саженцев в памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны начнется в середине апреля. 10 апреля по 1 мая силами военнослужащих воинских частей гарнизона во взаимодействии с органами местного самоуправления районного города Ульяновска и Ульяновской области спланирован уборка и благоустройство памятника и воинских захоронений, расположенных в городе Ульяновске, в районах Ульяновской области, закрепленных за воинскими частями гарнизона. Продолжит хорошую традицию парадов у домов ветеранов, ставшие в прошлом году вынужденной мерой из-за пандемии. В этом они будут хорошим поздравлением для тех фронтовиков и тружников тыла, кто не сможет посетить главный парад на центральной площади города.